На станции Караган-Узек сошлись с рельс 20 вагонов. Один из них был наполнен бензином, в результате чего произошел взрыв, сообщает пресс-служба «Казахстан Темиржолы». Пострадавших нет. На месте происшествия побывал наш корреспондент Амина Смакова. Как сообщает Нуркизет, в пресс-службе «Казахстан Темиржолы» сообщили, что специально созданная экспертная группа выявила, что причиной схода вагонов с рельс является излом боковой рамы вагона. Подобные рамы изготавливает ПАО «Кременчугский сталелитейный завод», который находится в Украине. Эта деталь вагона имеет заводской гарантийный срок эксплуатации. Нанесенный ущерб будет установлен и предъявлен заводу-изготовителю. По факту этого происшествия уже возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Главной транспортной прокуратуры Казахстана. По словам очевидцев, после того, как прогремел взрыв, стекла в их домах выбило ударной волной. Многие даже успели снять начало пожара на видео. Я тут пошла за водой, тут стояла, тут дежурный стоял, набирал воду при мне. Я стояла по телефону разговариваю, и тут вот стоял тоже дежурный по телефону разговаривал. Взрыв раздался, тут клубы дыма были черные, у меня даже по телефону есть видео. Потом тут поворачиваемся, тут взрыв такой, мы не поняли, что случилось, пошли туда все вместе, а там, оказывается, вагоны загорелись. Амина Смагова, Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.